Всем привет, это у нас мистер Мит 1.6. В этом видео мы все-таки попытаемся добиться новой плохой конечной сцены. Так, начинаем. Нет, не на призраке, на легко. Можно попробовать выбрать экстра день, когда нас устранят. Помните, там предлагают либо выйти из игры, либо продолжить за просмотр рекламы. Я попробую продолжить. Возможно, из-за этого концовка не играет лично у меня. У меня концовка не играет аж на двух эмуляторах. И это очень странно. Так, сейчас мы просто нарваемся на мистера Мита, а потом на мистера Свина будем нарваться. Так, он меня влупил первый раз. Вау! Вот сейчас я полетел с лестницы. Мы очухиваемся в хлеву. И теперь наш враг мистер Свин уже. Так, я не вылез. Мистер Свин, ты где? Скорее всего, здесь. Бам! И промахнулся. Смотри, мне прям всадил же в меня морду. Бам! Все, повял. Ночь номер два. И после третьей ночи нам предложат посмотреть ролик. Так. Где мистер Свин? Смотрите, смотрите. Пока что спокойненько идет. Не парится. Уже зерно рассыпано. Он все еще идет. Побежал. Так, он меня здесь может, кстати, грохнуть или нет? Вот здесь. Прикол, вот здесь. Мы же всегда с вами вылезали. Смотрите. Прям здесь. Он перевернут. Вау. Я думаю, такое впервые вообще. Все вылезали, скорее всего, из этого хлева. Потому что это инстинкт самосохранения. Кирпичики откинули и бежим к свину. К свинопасу. Так, мистер Хряк. Так. Так, он от меня побежал. Бам. Все, вот сейчас мне предложат. Видите, я нажимал всегда нет. Давайте смотреть видео для продолжения. Так, вот и последняя ночь, на четвертая уже. Вау. И сколько таких ночей будет? Смотрите, кирпичи уже откинуты. Потому что хлевов всего три. Так, мистер Свин, давай. Если сейчас предложат смотреть рекламу, я опять буду это делать. Саданул. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ес, новая концовка. Смотрите. Мистер Мит держит свинью и хочет спустить ее на меня. Вот это да. Она дергается прямо. Нет. Он меня ест, смотрите. Свинья голодная была. Вау, вот эта концовка. Наконец-то я вам ее показал. Зачем он только ждал, чтобы я очнулся? Наконец-то мы с вами посмотрели эту концовку с помощью хитрости. Подписчику спасибо за совет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В том числе и по мистеру Миту. В комментариях пишите баги, которые вы заметили. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.